Всем привет, кто меня смотрит, читает. Хочу сегодня попробовать формат моих мыслей, записать их в видеоформате, а не как обычно в тексте. Такая глубокая сегодня тема, которую я хочу поделиться. За две последние недели работы, неработы, действий внутрь себя, направленных внутрь себя, такое осознание приходит, что нужно записать их, и кому будет нужно это услышать, услышат. Кому нет, как обычно, комментарии я закрою и оставлю в пространстве, как и с какими-то видео стихотворениями в прошлом. В общем, хочется сказать, что в этой глобальной суете информации, которая в нереальном количестве поступает каждый день из всех возможных и невозможных источников, важно все-таки внимание направлять внутрь себя, внимание или фокус, который позволит не потерять вот это свое аутентичное, не похожее на всех остальных, ядро, пламя. И вообще в целом, все, что я хочу рассказать про себя, делаю, основано на выборе. Иду я в деградацию или иду я в развитие, в прогресс. То есть, соответственно, этот основной выбор заключается, наверное, в том, чтобы сначала докопаться до вот этого ядра. Потому что внутри меня, когда я родился, есть вот эта аутентичность без слоев, без иллюзий, без шаблонов, без блоков, которые я впоследствии приобрел. И вот эта аутентичность, вот это, не знаю, самость делает основной выбор. Основной выбор, иду я в прогрессию, вектор развития, или я иду в деградацию, вектор развития. Это очень звучит, конечно, широко, бескрайне, да? Но, допустим, когда я на каких-то поверхностных уровнях, иллюзиях делаю выбор. Ну, какая разница, поменяю я финансовый свой потолок там с такой суммы на x2, на x5, на x10, если сам вектор внутри меня, моя душа, мое сердце, то, что реально я, без всяких шаблонов, если оно идет по пути деградации, какая разница, что вот эти метания, вот эти дергания, ничего они существенного не изменят, потому что направление, в которое я сейчас погружен, это глобально одна большая в сторону деградации линия. Но если я возвращаюсь к самому себе и делаю, меняю вот это направление с деградации на путь развития, на путь улучшения, на путь тьма, свет, добро, зло, на путь, который ведет меня к прогрессу и обществу вокруг меня. Наверное, услышать тот голос можно будет только, когда ты очистишь от себя все лишнее и уберешь все ненужные иллюзорные, натянутые от кого-то, от чего-то слои,
Во-первых, я хочу сказать благодарю. Благодарю тех людей, которые помогают вот это осознать и не потерять вот эту традиционную свою внутренность, черту, которая есть внутри, и посмотреть на иллюзорный мир, посмотреть на тот мир, который истинный и который иллюзия. Круто, что есть возможность просто благодаря развитию технологий вот так вот эти мысли передать, и тем, кому они откликнутся, пусть они как-то сформируют вот этот выбор в их дальнейшей судьбе, в дальнейших действиях. Благодарю Юру за то, что он делает какую-то космически сложную работу, на мой взгляд, на которую у меня не хватает даже на данный момент там смелости, ответственности. И такие знания, такие откровения, истина, которую кто-то помогает приоткрыть, вот так вот посмотреть на нее, просветить, это, конечно, космически важно. Это, конечно, очень низкий поклон. Поэтому я как, знаешь, приемник, который получил, принял вот эту информацию, пытаясь ее дальше транслировать. Но это истина, которую мы, допустим, пытаемся найти где-то, она внутри нас. И разговоры с правильными людьми, с правильным окружением, в правильных условиях временных и локационных, они подсвечивают вот эти моменты. Благодарность, конечно, Юре за то, что как он поменял и вектор направления внутри меня, и как он открыл глаза на какие-то вещи. Потому что, развивая эту мысль дальше, вот просто хочется наблюдать из этого состояния, которое ты выбрал, идти в развитие, идти в прогресс, в свет, и смотреть в истину. Есть ложь, есть истина, да? В истине вот знакомится мужчина с женщиной, и вопросы, конечно, в настоящее время, ведут ли они к той истине и ядру, который в каждом из них зарыты, сколько ты зарабатываешь, чем ты занимаешься, и ответит ли человек, допустим, я включаю в том числе себя, я вот стихи читаю, стихи люблю читать. И вот это основное. Но мы выстраиваем ответ или диалог друг с другом в силу эгоцентричных иллюзий, которые говорят, что а я вот бизнесом занимаюсь, а я вот такие-то, такого-то масштаба человек, такого-то уровня капитала, энергии и так далее, личность. И начинается такая игра в пинг-понг между эго, между эгоцентричными масками, которые, опа, которые далеко-далеко уводят от той сущности, которая внутри. Но в долгосрочной перспективе, когда эти маски уходят, иллюзии растворяются, получается больно. Потому что не так. Потому что истина оказалась другая. А кто эту истину исказил? Кто эту истину засунул внутрь себя, а эго поставил впереди, чтобы эго общалось за тебя, чтобы эго рисовало иллюзию, картину, которая не является в действительности той, которую хочет твоя душа. Вот я реально все говорю от наблюдения самого себя, не направляя вектор или фокус на кого-то другого. Вот я подумал, вот я реально хочу читать с утра до вечера стихи. Мне это дико заряжает, мне это дико погружает в вибрации моей души. Я это ощущаю, я это всеми фибрами души
осознаю, что это так круто. Но это дико... И это очевидно. Но на какой-то момент я об этом забываю, и начинается надстройка, надстройка, надстройка. И вылезает то, что не так меня заряжает, но больше подходит и удобно для того, чтобы коммуницировать, для того, чтобы выстраивать диалог с окружающим меня миром, пространством, людьми. Поэтому вектор, который ведет в ложную сторону направления, неважно, что ты будешь себе придумывать, оправдывать и какую ложь слышать для подтверждения этого эго, для подпитки энергии, что ну я-то в эго живу, и люди подтверждают это, и я так-то крутой, и логика такая, мозг постоянно, вечно ищущий этого подтверждения и оправдания, все так-то классно работает. А вот эта первичная штука внутри постоянно возвращает тебя, постоянно бьет в боль, а ты ее еще дальше засовываешь. Вау. А отмотать до самого начала — это большой труд и большое количество действий навстречу страху, навстречу препятствиям, навстречу испытаниям, которые сделают, конечно, тебя сильнее, увереннее. Но пойдут ли на это люди? Когда начинаешь менять главный вектор, попадаются, начинает меняться окружение, начинают попадаться люди, возможно, даже из старого окружения, которые всплывают, и, возможно, ты не был на их уровне, или ты не был в их векторе прогрессии. А тут они подсказывают тебе видеозаписи, ключи, которые помогут тебе настроить внутренний диалог с самим собой, что есть основная, важная часть всего, что происходит в этой жизни с каждым из нас. Честный диалог с самим собой. Бесконечное количество вопросов, пока тебя не удовлетворит ответ. Честный. Я сел в бассейн, заземлил себя после тренировки и решил поделиться состоянием, в котором я сейчас нахожусь, с близким кругом моего окружения. Выставлю это видео в Инстаграм, может быть, на Ютуб залью, мастерскую души. Закрываю комментарии, кому кто-то смотрит до конца и найдет время, почувствует, что это ему нужно в данный момент. Буду благодарен в обратную связь, в DM услышать. Благодарю каждого, кто на моем пути есть, был и будет. Очень классное состояние, и пребывать в этом состоянии, конечно, здорово. Всех обнимаю.